И начнем с чрезвычайного происшествия в Акмолинской области на одном из рынков. В Щучинске сегодня произошел пожар. Загорелся торговый центр. Площадь возгорания составила 1700 квадратных метров. На место пожара выехали почти 100 спасателей и 25 единиц спецтехники. В течение 2 часов огонь был потушен. В ходе осмотра пепелища пожарные обнаружили тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается. По предварительной информации, это может быть сторож рынка. В настоящее время причины ЧП устанавливаются. Пожар в данный период времени локализован. Продолжается разбор и дотушение пожара. На пожаре были задействованы 25 единиц техники, 97 человек личного состава. Также на этом пожаре были задействованы местные исполнительные органы и РОП для оцепления периметра данного пожара.